Привет вам с Mercedes-Benz Stadium. Хорошая здесь погода, и поэтому очень ждем начала матча. Георгий Черданцев и Константин Генич работают сегодня для вас. Мы приготовили для вас отличный матч с первой и до последней минуты. Никуда не уходите. Очень большие ожидания от этого матча. Всего 10 побед можно одержать в онлайн-сезонах за один розыгрыш. Одна у них уже есть, и сегодня попытка добиться второй. Важная игра, потому что уже 3 матча – это треть сезона. А обычно даже по такому короткому отрезку можно сказать, кто борется за повышение. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. И дает арбитр тут играть, остаются они с мячом. Переходят они в атаку. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Выпустил мяч за боковую в безобидной ситуации. Будут вбрасывать мяч за боковой. И подает штрафную. Не получилось создать опасный момент. Мяч выбит. Судья все хорошо видела и за это нарушение назначает штрафной удар. На коротке разыграно. Не удается его остановить в защите. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Мяч выходит из игры, будет угловой. Идет в штрафную мяч. Выносит мяч из штрафной, ничего опасного. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Попытка обострить игру. Не получилось сохранить у себя мяч. Вот это здорово, хороший прессинг и мяч отобран. Будет штрафной удар, судья четко разобралась в этом моменте. И есть поддержка у этой атаки. Неплохой перевод мог получиться, но защитник открыл. Здорово сейчас может контратака пройти. Пас вроде получается. Задел мяч игрока и будет угловой. Он не стал подавать в штрафную, вместо этого разыграл через пас. Мяч выбит из штрафной, вратарь может выдохнуть. Штрафной удар последует за этим нарушением, судья сегодня неумолима. Судья могла бы показать желтую карточку, но пока что просит вести себя сдержаннее и играть чисто. Накрывают его прессингом. Точно отдать не получилось, теперь в оборону. Мяч переходит к другой команде, перехват. Пас перехвачен, теперь надо бежать в оборону.
Может быть интересно? Нет, ну такими ударами игры не сделаешь. Ну, пробить с такой дистанции и не отправить мяч в ворота, это надо очень постараться. Здорово он в отборе действует, из-за боковой будет сбрасывать. Можно забивать. Есть гол! Счет открыт. Один ноль в нашей игре. Мяч покинул пределы поля. Аут. Мяч ушел на угловую. И прямо в центр штрафной мяч летит. И мяч в руках у голкипера. Это он. Продолжает идти вперед. Корнер. Отличный шанс увеличить свое преимущество. Центр штрафной, подан мяч с углового. Ну как же так? Сам он не понимает, как умудрился не забить с такого расстояния. Но мяч в руках у голкипера. Перехват, эта атака не получается. Здорово пошел мяч на дальнюю штангу. Не могу не отметить этот отличный дальний удар, пусть ворота и были пустыми. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Сам потащил мяч вперед. Отлично в отборе сыграно. Будет угловой. С ближним угловой разыграли. Сбрасывание будет. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. И это еще не все. Мяч в опасной близости от ворот. Есть хороший момент. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Пошла подача. И на этом первая половина матча заканчивается. Свисток судьи отправляет команды на перерыв. Команды поменялись сторонами, и матч продолжается. Второй тайм, поехали. Команда любит играть в пас, сейчас это особенно заметно. Не дает этой атаке развиться. На угловой мяч уходит.
Хозяева выигрывают, а игроки-болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Сколько передач уже было, я просто сбился со счета. Теперь очередь соперника атаковать. Накрывают его прессингом. Это аут. Де Росси. Неплохо он с мячом идет вперед. Браво, защитник! Штрафной удар последует за этим нарушением. Судья сегодня неумолима. Мяч потерян. Странная была передача. Пас на ход партнеру. Будет штрафной удар. Судья четко разобралась в этом моменте. На коротке разыграно. Пас не получился. Перехват. Партнеры поддерживают эту атаку. Пора забивать. Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Неплохо играет команда в пас, но нужно владение это превращать в гол и сокращать отставание в счете. Ждем угловой. Решили коротким пасом разыграть вот этот угловой. Они навес находят вратаря. Вряд ли так было задумано. Здорово отдал на ход. Могло получиться очень опасно, но передача игроку, который находится в офсайде. Хотели как лучше, но фальстарт все испортил. Хотя изначально все выглядело перспективно в этой атаке. Не торопясь, они разыгрывают мяч. Супер момент у него! Великолепно защитник в ситуации разобрался и хорошо отобрал мяч. Нарушений правил нет. Блестящий подкат. Судья все видел и показывает, что нужно продолжать игру. Здорово сыграно в отборе. Аут. Ушел мяч. Аут. И пробил! Ну, если сейчас не забили, то не знаю, что им поможет. Хороший шанс вернуться в игру, но они сами его упустили. Судья показывает, что момент с нарушением не остался незамеченным, но можно продолжить игру. 20 минут осталось играть. И навес сразу же идет. Оборона справилась с этой подачей, мяч выбит. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Подача углового, и вратарь забирает мяч. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. Пустые ворота! Нужно играть мяч не у вратаря. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде.
И что-то может тут получиться. Из этой атаки ничего не вышло. Играем дальше. Хорошо держится мяч у хозяев. Классно и уверенно они смотрятся в полузащите и хотят увеличить свое преимущество в счете. Так что непросто будет сопернику забрать у них мяч. Здорово сейчас может контратака пройти. Вот это момент у него! В последнюю секунду мяч выбит. Есть у него с кем сыграть в атаке. Получается отдать на ход. Вот так заканчивается эта атака офсайда. Очень обидно для нападения, потому что все было здорово задумано, но рывок и пас не получились синхронными. В следующий раз с этим нужно быть повнимательнее. Это с одной стороны навес плохой, с другой точный, прямо в соперника. Отличный перехват, очень вовремя. Есть куда пройти по флангу. Здорово работает оборона, мяч выбит. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Удар прошел уж слишком далеко от ворот, но стоит отметить саму контратаку. Футболистам удалось организовать быстрый ответ сопернику. Они молодцы. Уверен, он с мячом идет вперед. И на дальнюю летит мяч. Отбивает мяч он с линии. Браво, вратарь! И это все на сегодня. Больше времени не остается. Поздравляем!
Идеальные условия созданы сегодня для футбола на Mercedes-Benz Stadium. Здесь все готово к игре, и несколько минут остается до ее начала. Сегодня с вами на футболе Георгий Черданцев и Константин Генич. Встречи таких команд никого не оставят равнодушным. Все внимание на поле. Поскорее бы начало, все заждались. Спасибо, Георгий. Всегда приятно находиться здесь. Надеюсь, впереди у нас качественный футбол, и команды покажут яркую игру. И что он сделает здесь? Вратарь тут хорошо играет. Офсайд. Километровый, я бы сказал. Вот такой отбор. Соперник остается без мяча. Пас не получился. Перехват. Кастро. Браво. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Уверен, он в отборе сыграл. Из-за боковой будет вбрасывать. Это спасает он команду своими действиями сейчас. Мяч выходит из игры. Будет удар от ворот. Выбит мяч из штрафной. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Высокий прессинг сейчас. И это приносит плоды. Тренер, по-моему, не верит, что с такой дистанции можно не забить. Просто взяли и подарили мяч вратарю. Нет, такие шансы, конечно, надо использовать. Уолшоу вон. Отбор. Все в рамках правил. Прошел он соперника. И удар! Здорово сыграно. Удар заблокирован. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Защитник прерывает эту верховую передачу. Мяч за пределами поля. Будет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Какой удар! Он отобрал мяч и не дал сопернику пройти дальше. И очень это похоже на желтую. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. И, к сожалению, мяч потерян. У хозяев отличная статистика по владению мячом в последние 15 минут. По такому уверенному преимуществу, мне кажется, мы должны увидеть совсем скоро забитый мяч. И если это не произойдет, мне кажется, это будет не совсем логично. И, может быть, из этой атаки получится еще один момент. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Пас не получается, перехват. Мяч переходит в атаку. Главное не терять темп.
Как отлично он действует и выручает свою команду. Лазо. Здесь перехват чисто сработано. Отличный пас. Не дает этой атаке развиться. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Беда у них сегодня с контролем мяча. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. В пас играют они неплохо, но нужно что-то делать дальше. Мяч в центр штрафной летит. Беда с точностью. Мяч летит сильно мимо ворот. Продолжает идти вперед. Из этого что-то может получиться. Можно забивать! Гол! Наконец-то забивают они! Очень сильно они давили соперника и наконец-то смогли довести дело до конца. Отличный пас на повторе. Видно, что видел он совершенно точно, кому и как хочет мяч доставить. И забил, как классно ушел из-под прессинга со стороны защиты и отправил мяч точно в створ. 1-0 в нашей игре. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. Опасный пас. Мяч ушел на угловой. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. И на этом первая половина матча подходит к концу. Впереди небольшой перерыв. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Отличный пас на ход. Но как хорошо сыграла защита, пас мог получиться очень острым. Волшоу вон. Момент отличный сейчас для удара. Не проходит удар. Спас угловой разыгран. Есть шанс развернуть контратаку. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. Надо пробить. И на месте голкипер. И это мяч для вратаря. Сильным пас получился. Не дает добраться до мяча сопернику. Де Росси. Волшоу вон. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака это сложиться.
Еще чуть-чуть, гол мог быть. Угловой судья назначает, и это возможность сравнять счет. Разыграть коротким пасом решили угловой. И будет аут сейчас. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды. Никуда такой навес не годится. Хорошо двигается с мячом. Может, и сыграл он тут на желтую. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Получается навесить в штрафную. И справляется вратарь с этим ударом. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Пас перехвачен. А вот сейчас может быть опасно. Мяч остается в поле. Хорошо сыграно. Лазо. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Вот так и нужно играть у своих ворот. Все возможности для контратаки перед ними. Перехват, эта атака не получается. Никак не получается у них удержать мяч. Может он сравнять счет? Классный отбор, молодец! Де Росси. Хороший пас. Что дальше? Навес в центр штрафной. Здесь перехват чисто сработано. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Здесь он попадает под прессинг. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Защитник прерывает эту верховую передачу. Отличная игра в отборе, но будет угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. Есть навес в штрафную. И ничем опасным этот навес не заканчивается. Опасно как! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Еще раз смотрим повтор гола. Да, не разобрались игроки обороны между собой. Не смогли плотно сыграть. А времени ведь было достаточно. И не просто так у голкипера возникли претензии к линии защиты. Этот мяч стопроцентно на их совести. Хорошо держится мяч у хозяев. Очень стараются они это делать, понимая, что пока у них мяч, соперник ничего не сможет сделать и не сможет сравнять счет. Но, конечно, ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Всегда есть вероятность получить контратаку по такой игре. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. И это удар! И забивают они. И есть еще время, можно попытаться свести матч к ничейному результату. И повтор гола. Удар был приличный, как мы видим. Голкипер мяч-то почти достает. Но недостаточно. А так, вскользь он прошел точно в сетку. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть.
До конца игры 7 минут. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет в этой атаке. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. И как здорово вратарь играет сейчас. Если они сейчас с этого углового забьют два мяча сопернику, за оставшиеся минуты будет очень трудно отыграть. На коротке угловой разыграли. Начинали они свою атаку, но потом потеряли мяч. Теперь надо снова обороняться. Разрядил он обстановку сейчас. Компенсированное время, 2 минуты, столько еще играть. Последний шанс у них есть матч спасти. Нужно использовать. Мяч остается в игре, и из этого может получиться что-то опасное. Дает главный судья свой последний свисток.